Всем привет! Сегодня у нас на обзоре кроссовер Mitsubishi Outlander. Цвет представленного автомобиля белый перламутр. Доплата за этот цвет составляет 25 500 рублей. Привод автомобиля полный. Объем багажного отделения 591 литр. Клиренс автомобиля 215 мм. Количество посадочных мест 5, объем топливного бака 60 литров. Комплектация представленного автомобиля называется Invite. Двигатель 2 литра мощностью 146 лошадиных сил. Тип двигателя бензиновый. Коробка передач, вариатор. Цена автомобиля с учетом цвета 1 919 500 рублей. Оснащение комплектации Invite. В нее входит по техническому оснащению система полного привода и электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке. По безопасности безопасный кузов Rise, автоматическая система разблокировки дверей при аварии, боковые брусья безопасности в дверях, динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система, ABS, электронная система распределения тормозных усилий, система помощи при экстренном торможении, система помощи при подъеме, кнопка включения передней подушки безопасности пассажирской, передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте, три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками, крепление изофикс для детских сидений, блокировка замков задних дверей от открывания изнутри, центральный замок, система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками, электронный иммобилайзер, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также система оповещения экстренных служб AirGLONASS. По наружному оборудованию. Зеркала заднего вида в цвет кузова с электроприводом и обогревом. Ручки дверей наружные также окрашены в цвет кузова. Есть интегрированные лампы с сигнала поворотов в зеркала заднего вида. Задние светодиодные фонари, задний противотуманный фонарь, легкосплавные колесные диски 16 диаметра, полноразмерное легкосплавное запасное колесо, задние брызговики и галогеновые фары со встроенными LED-дневными ходовыми огнями. Место водителя оборудовано кнопками управления аудиосистемой на руле, круиз-контроль с кнопками управления на руле. Руль регулируется по высоте и вылету, имеет кожаную отделку, обшитый кожей рычаг переключения передач, зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях водителя и переднего пассажира, зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении, высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке, замок зажигания с подсветкой и подогрев рулевого колеса. По отделке салона и сиденьям. Отделка салона тканью. Есть подогрев передних сидений. Задние сиденья складываются в пропорции 60 на 40. Есть регулировка водительского сидения по высоте. Подлокотник для водителя и переднего пассажира. Подлокотник для задних пассажиров. И регулировка задних сидений по углу наклона. По оборудованию салона. Бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники дверей, задние электростеклоподъемники дверей тоже, обогрев заднего стекла, передняя приборная панель из мягкого пластика, перчаточный ящик с освещением, дистанционное управление лючком топливного бака, лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира, а также для задних пассажиров. Есть прикуриватель, пепельница, 12-вольтовая розетка электропитания и солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой. Аудиосистема представлена с 6 динамиками, поддержкой функций AM, FM, CD, MP3.
а также разъемами под USB и AUX. В багажном отделении есть внутренняя ручка, крючки и лампа подсветки. По комфорту. Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров, воздушный фильтр салона, датчик света, датчик дождя, два подстаканника в заднем подлокотнике, карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли, климат-контроль, площадка для отдыха левой ноги водителя, ветровое стекло с электроподогревом и потолочный бокс для хранения очков. Всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте видео лайком, если понравилось. А если хотите увидеть обзор какого-то автомобиля, напишите об этом в комментариях под видео. I wanna...